Уважаемые женщины Правдинского городского округа, разрешите поздравить вас с Международным женским днем. Пожелать счастья, успехов в работе, труде. Павел Евгеньевич, нет, это не то, что нам нужно, это скучно, и уже 100 раз все это слышали. А что, есть другие предложения? Конечно, есть. Пускай сегодня цифра 8. Изящно на боку упадет. Не просто так об этом просим, необходим такой подход. Ведь это будет бесконечность, непостижимо мощный знак. Поют такая же сердечность от нас, мужчин, да будет так. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки, дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Без вас отчаянно дичаем, неинтересен мир и зол. Как раз тогда и замечаем, какая сила слабый пол. Природа радостью невинна, но одиноко так порой. Прекрасна ваша половина, спасибо ей от всей второй. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите нами поклон от нас. Потому что буднично обычно, лишь вы коснетесь вы едва. И перемены жизни личной характер примут волшебства. Любовь воистину нет ли она, без женских чар печально жить. И я колено преклоняя, готов в поклоне к вам застыть. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы. Без вас бы не было написано ни строчки. Без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Ну, я думаю, так намного лучше. А теперь... Танец. Не-не-не, давайте мы это в следующем году заснимем.